Друзья, всем привет! Не мог пройти мимо этого ролика. Хочу, чтобы вы его увидели, посмотрели его. Ролик, по моему мнению, очень показательный, хотя не самый лицеприятный. Значит, вкратце расскажу, что происходит на ролике. Ролик я получил буквально вчера. Абсолютно случайные люди проезжали в Кирилловке. Это местный курорт в Запорожской области на Азовском море. Их были остановлены сотрудниками полиции, которые, естественно, в курорт там они роятся. Сотрудники полиции, конечно, там используют уже все мыслимые и немыслимые методы для остановки транспортных средств. В данном случае причиной остановки было то, что якобы люди едут в приграничной зоне. Я не знаю, как это относится вообще к компетенции полиции, к причинам остановки, но не об этом речь. Ролик очень показательный. Я считаю, он отображает как раз именно те настроения, которые сейчас происходят в нашей стране, как со стороны полиции, так со стороны граждан. Давайте просто посмотрим этот ролик. Я прошу вас очень сильно, максимально толерантно, пожалуйста, в комментариях высказывайтесь по поводу происходящего в этом видео, как и по отношению к водителю, так и по отношению к инспекторам полиции, потому что и те были неправы. Я думаю, что и те сделают определенные выводы и уроки из этого видео. Вы же, в свою очередь, тоже возьмите на заметку, что не всегда правильно таким образом отстаивать свои права, не всегда правильно говорить в лицо то, что вы думаете, так откровенно и так безапелляционно. Ну, причина остановки. Какая? На меня. Какая пограничная зона? Да. Какая пограничная зона? Обыкновенная. Ты что, мог будь орать? Да нет, брат. Прикинь, ну приколол, пограничная зона. Тут будем документы. Да. Ты что? Тихо, не кричи. Документы ваши. Вы кто? Да, представьте, пожалуйста. 18.3 пункта закона о милиции. Пожалуйста. Милиция или полиция? Полиции. Пожалуйста. Читай вслух. Действительно, долго. Ни хрена себе, это вам надолго дали. Да. 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 Это можно. Можно. А причина? Пожалуйста. Приграничная зона. Кого? Приграничная зона. Перед чем приграничная зона? Скажите мне, пожалуйста. А где мы знак какой-то пересекали? Да, уезжали сюда при въезде, там он как питбор. Приграничная зона перед чем? Зона? Да. Перед чем приграничная зона? Море Азовское со многим приграничное. С кем? Ну, с Россией. Ну, с Турцией. Тогда по пляжу ставки, по колючей проволоке, наверное. Зачем? Ну, не знаю, пограничная. Пограничная. Ну, взрослые люди. Ну, взрослые люди. А вы не взрослые люди? Пожалуйста. На каком основании? У меня есть мои документы. Да. Пожалуйста. Нет, не покажем документы. Документы вам показаны не будут. Нет. Вы нормально себя чувствуете? Я себя плохо чувствую нормально. Плохо. Врача надо. Да. Да. Да, так мы сейчас поедем, да, наверное, к врачу. Да, и вас проверим как раз. Да. Да. И да, легко. Спорим? Спорим, легко мы тебя проверим. Брат. Стой, куда ты собрался? О, бля. Братан, стой, иди сюда. Ты что, прикалываешься? А что ты со мной на ты? О. А ты никто, ты не представился мне, я понимаешь? Понимаешь, а брат, ты кто? Я какой тебе рассказываю. Брат? Какой я тебе брат, ты? Давай, бля. Ты, какой клон, я тебе брат, блядь. Ты? Ты что, клон, бля? Бля, давай, давай, поеду с тобой. Поеду. Давай, давай, легко, легко. Бери наушники. Давай. Принимай, видео, принимай, брат, брат, давай, давай, видео, давай, все. Давай, принимай. Сейчас посмеемся, давай. Все. Принимай, да. Клоуны, блядь. Я хуею, блядь. Ребята, завели тихонько и уехали, блядь. Номер запомнил, сука, блядь, понял, пидорас, блядь. Педрила галимая, блядь. Давай, блядь. Легко, бля. Сейчас в вайбер на себя выкидывайся. Номера сюда? Да. Все есть. Мы там, Саню! Пошел нахуй, бля! Клоун, бля! Ебать обосрать, да? Плохо, бля! Не, я честно, бля, таких, сука, ненавижу, бля! Все, ребята, все прикол, все нормально, бля! Погнали с лохов! Тут нельзя срать, понял, надо развернуться!